Амурском крае и в Калининградской области. Здесь компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, а также воспользоваться рядом налоговых преференций. Знаю, что этой возможностью воспользовались не все, кто хотел бы. И причины здесь разные. Разные причины. Кто-то просто не успел или не смог получить юридические и бухгалтерские услуги за рубежом. Однако есть и случаи прямого нежелания со стороны иностранных партнеров выдавать всю эту информацию, документы. Это саботаж, по-другому не назвать. Значит, просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с нашими активами.